первый день. Фотографируют. Предвкушение. Давление резко упало. Клёво не будет. Вчера ребята вообще ничего не поймали. Но мы верим в чудо. Техника для жизни. Сейчас поедем. Вначале на машине, потом нас заберет Петеров. Я имею в виду, что подъезд. Вот здесь придется. Сейчас подъеду. А я оттуда возьму. Давай. Команду, что делать? Вот она штуковина. Парком? Подробности. Так, Володь, ты с нами весь день или как? Да. Хорошо. Что, не получается, Ромка? Да, пока нет. Раз, два. Готов. А мы сдвинемся? Посмотрим. Я 140 вешу. В общем, раза шестого он завелся. Он – это чертогон, так называется. Этот агрегат. Движущей силой его является пускач от какого-то трактора и самодельный вентилятор. На этом месте у нас чудо-агрегат провалился, и самостоятельно оно не было никаких сил выбраться, пришлось вылезать. Выйди на лёд, маленько выдержи, офигенно! Минут через 10 жесткого физического труда мы его все-таки вытащили. Прибыли на точку. Да, обоссали туда. Первый заход, тростник. Сейчас наловим. Вот он, крючок. Нормально, будет ножи. Первый час. Ноль. Мы на раскатах. Это классно. Астрахань, рыбочка вал. Только не здесь. Что у тебя? Маленькая карточка. Здесь местные перетряхивают сети, рыбы много, это радует. Пробуем сменить место вдоль тростника,
это ничего не дает. Похоже, основной задачей нашего егеря было нас просто покатать. Время обед, мы не видели ни одной рыбы. Пробуем поменять точку. Орудие улова местных жителей. Просто огонь. Вот на что надо ловить. Шпайки, блин. Подожди, я не три, заранее. Три, четыре, оп! Раз, два, три! Мы прямо он снимает. Три, четыре, оп! Ноги, смотри, ё. И оп! Техника для жизни. На меху. Огонь просто, а не тачка. С фаркопом. Что, пойдем? Первые итоги. 3 часа мы на льду. Ни одной рыбы. Куда-то смещаемся. База некая. Людей нет вообще. Рыбаков. Поехали. Вот оно, супер устройство. Смена точки. Сейчас мы поедем там, где много рыбы. Сразу туда нельзя не, было поехать. Не, серьезно. Не, вот ты не надо было испытать. Нет, ты прикурил ни у кого. Я тоже. Куда едем, непонятно. Прибыли на ильмень, который соприкасается с раскатами. Говорят, здесь есть рыба. Новое место. Слушай, а их трое, может, мы с ними это? Погнали. Короче, Миш, позвоним. Давай. Все, пошли. Опять мы верим в чудо. Время 12. На 8 приехали на воду. Вообще ничего не поймали. Нам надо пройти 300 метров. Идем по протоке в какой-то ельмень. Там должна быть рыба. Теоретически. Вот он, горбач астраханский. Первые 2 штуки. Не может быть, наконец мы что-то... Подними его, Сань. Блин, вменяемый окунь первый. Эврик. На гвоздаков. На гвоздаков. Окунек. Гвоздикубик. Что-то проклевывается. Грустно, конечно, но хоть что-то. Вот он первый. Вменяемый. Красавец. Почему так мало? Какой-то непонятный жук. Клюй. Итог первого дня. Грустно. Ну, окунь хороший, выходами. Но мало. Очень мало. Будем надеяться на завтрашний день. Жерлицы выставили на ночь. Посмотрим. 30 сантиметров. О, вот он. Слышь? Ага. Только там большая проблема. Там в
Вася ногу сломал. Закат прекрасен. Начал клевать окунь. Самое прикольное, что Вася сломал ногу. Вот это красота. Сейчас скорая подъедет. Итог первого дня. Окуней килограмм 5, наверное. А тогда не пиздили же, блядь. Ну я не нашел. Короче, Вася. Ногой поебало, блядь. Это самое. Они идут по нитке скорая. Ага. Блядь, что делать-то? Ну или пусть они сюда прям выползают, что лед нормально. Они да, взяли тачанку. Они обмотают. Миша, взяли чего? Ну какая-то тачанка, Миша говорит, есть там нормальная. Ну все, едут уже? Идут, вот по нитке все. Ну все. Может быть, мы даже зря всю эту херню городили тогда. Ну это размотает другую. Размотает. Ты не замерз? Не. Вырезали на гайце. Я доволен. Вторая половина на гайце осталась. Сразу расчистили. А ну, Вася, блин. А чеченские плена вырезали полбеды. Добрый вечер. Доброй ночи. Добрый. Наш человек нет. Погиб. Наглухо. Ладно, блядь, слава богу, да, на ровном месте ты, на льду поскользнулся и уехал. Приехал к вам в гости, а вы здесь лед. А вырод. Так. На, Николаевна, бери чемоданчик свой. Давайте я уколю. Да. Через это самое. Я запросто могу уколоть. Родственники в другом регионе. Ну я понимаю, тогда их сотрудники что хотят. А районная больница? Да, районная больница. А, подтаскиваем. Да только ногу, только это нет, самое. Вот эту ногу. Не спеши, тихо, блядь. Медленно. Вы, главное, поднимите, главное, основную массу поднять. Основную массу, да. Отлично. Ничего. Нормально, вытяжу. Так, стоп. Вытяжу. А у вас этого хватит. Ну все, давай. Он... Подожди, не встань, не встань. Подожди, да, у меня нет. Давай. Вставай. Щек ее. Все, а теперь по льду можно. Давайте. Люди, местная ваша лиманская. Да, привезли. Там привезли. Может, у вас лиманские знакомые есть лучше? Давай. Может, у вас лиман? Первый день закончен. Вася сломал ногу. Все здорово. Хотя сейчас от Мишки Шангина телефон. Позвони, пусть он срочно тебе поднимет на второй этаж.